У нас опять потепление идет. Было несколько дней очень холодно. Я даже в Инстаграм показывала, как у нас был такой небольшой снежок. Для нашего побережья это большая редкость. За все 12 лет, что я здесь, ну почти 12, без одного месяца, здесь был снег всего 2 или 3 раза. И то он быстро очень растаял. А этот снег в этом году, он даже не успевал долетать до земли и быстренько таял. Но на холмах, которые я вижу из моего окна, на верхушках, я видела, там немножко беленький снежок был. Но он продержался час, может быть, 2. И исчез. Хотя показывали в новостях, что в Италии, там на севере, такие большие снегопады. Занесло дороги, катаклизмы, какие-то лавины, в общем. У нас здесь на побережье, слава богу, тихо, спокойно. Даже мои горшки с алоэ вера я не затаскивала домой. Оставила их на террасе, только немножко в уголок туда сдвинула, где более-менее тихо, нет ветра, и все. И они выжили, и ничего с ними не случилось. Если какие-то веточки там будут сухие, я потом их обрежу, и все. Вот такое море у нас сегодня. Это я вышла на пробежку, на прогулку, чтобы быстренько-быстренько походить и вернуться домой. У меня дома много интересных занятий, много интересной работы. А вот быстренько отвечу на вопрос про вакцинацию. Меня спросили несколько человек, будем ли мы вакцинироваться. Ой, ветер начался. Да, мы вакцинироваться будем. Потому что мы оба в зоне риска, и мы не хотим тяжело болеть. Если на нас нападет коронавирус, то я не уверена, что мы выживем. Поэтому вакцина – это отличное средство, и мы вакцинироваться будем. Все, кто кинутся спорить и убеждать в обратном, зря не старайтесь. Потому что каждый выбирает сам свой путь. И каждый знает сам свое здоровье. И какие риски его ждут. А те, кто убеждают в обратном, они... Вот я вас хочу спросить, вы будете ответственны, если по вашей вине кто-нибудь погибнет? Что вы советуете, бегаете по интернету? Не делайте вакцину, делайте вакцину. Кто вы такие вообще? Откуда вы взялись? Большие вирусологи, специалисты. Без фото, без имени, без ничего. Советчики большие. Люди сами без вас разберутся, кому и что надо. А вакцины – это не зло, это добро. И они спасают, и до сих пор спасали множество жизней, и будут спасать. Я приверженец прогресса, науки и только вперед. В общем, вот так вот. Я не против ничего нового. И мой муж тоже так. И вот мы разговорились, кстати, он, оказывается, вот эту вакцину ежегодную от гриппа, он задолго до меня делал. Я думала, что может быть за пару лет до того, как познакомиться со мной. А он и эту вакцину делал... В общей сложности около 20 лет, оказывается. Ему это настоятельно советовал кардиолог. И тем более у него в роду был такой случай. Так, сейчас расскажу случай. Его бабушка, у нее тоже были проблемы с сердцем. В общем, что-то там по кардиологии. И она бы еще долго жила потихонечку, но случилось так, что ее муж заболел гриппом и заразил ее. И все. Для нее это был финиш, потому что она не смогла выкарабкаться.
На нее напала потом пневмония, и она так бедненько и скончалась, и довольно молодая женщина, не в старом возрасте. И это у них как семейная, вот эти проблемы с сердцем. И... Ой. И Альфредо, естественно, не хотел вот этого всего. У него начались проблемы с сердцем еще задолго до того, как мы познакомились. У него даже был маленький инфаркт. И, в общем, вот так он и берегся. И с помощью вакцины, и с помощью лекарств, и с помощью современной медицины, слава Богу, он жив и, можно сказать, относительно здоров. Так что, кто там сочиняет какие-то сказки, сочиняйте сами для себя, для своих семей, но не для других людей. Вот так. Сегодня у меня будет такой ответ. Может быть, кому-то он покажется немножко агрессивным, но вы знаете, надоедает получать каждый день такие комментарии. Не делайте вакцину. Да кто вы такие, чтобы нам советовать? С собой сами разбирайтесь. Ляпают такое вообще уму непостижимо. Большие доктора. Какой-то артист, какой-то общественный деятель что-то там где-то ляпал, какие-то ссылки присылают. Я думаю, что если вы заболеете, вы не побежите к тому артисту за помощью, а вы побежите к докторам. Так что думайте своей головой. Мы за вакцину. Короче, вот такой ответ. Делать будем, когда дойдет наша очередь, когда нам позвонят и вызовут нас. Мы отказываться не будем, мы не сумасшедшие. И делать или не делать вакцину, каждый должен советоваться со своим личным доктором. Потому что только он знает вашу конкретную ситуацию. Чем вы больше рискуете, чем вы меньше рискуете, какие у вас аллергии, как что. Но никак не в интернете, какие-то там тролли бегают. С ними советоваться – это самое последнее дело. Советуйтесь только с вашими докторами личными, которые вас знают, которые знают ваши анализы, и они вас ведут. Вот, ни с какими артистами, ни с какими блогерами, потому что они свою точку зрения там что-то освещают, что-то придумывают. И эта точка зрения, она не... Она может быть только личной, но она не освещает проблему со всех сторон для каждого человека. Так что будьте осторожны и не ведитесь. А одна мне еще, кстати, вдогонку уже. Ну, вы скажете, что я бурчу, но вдогонку просто вспомнила один комментарий. А, эта вакцина не такая, как другие, она слеплена на коленке. На какой коленке? Откуда вы это берете? Здесь были подключены лучшие ученые, лучшие умы, лучшие лаборатории на Земле работали. Это прорыв ученых и докторов. Вот так вот. Да, она отличается от прежних. Но так у нас сейчас и ситуация немножко другая, не такая, как прежняя. Ой, смотрите. Видите, чайка? Чайка сидит, такая симпатичная. Отдыхает на солнышке. Рыбки наелась, наверное. А я вот знаю наоборот. Много общественных деятелей, артистов, докторов сделали себе вакцины. Кому можно, конечно, кому доктора разрешили. Все зависит от врачей конкретных, но никак от мнения в интернете. Вот так вот. Извините, если я была слишком резка, но просто наболела уже, нагорела, как говорится. Бегают, ляпают всякую ересь, это вообще уму непостижимо читать это каждый день. Я эти комментарии, конечно, удаляю сумасшедших, но я-то их читаю. В общем, я сейчас
пригласила одну девочку. Она будет мне помогать с комментариями, она будет модератор. Вот так вот. Она будет сама решать удалять, потому что это невозможно, невыносимо. Такой мрак, такая отсталость, такая безграмотность у основной массы людей, это вообще... Ну, хотя я вот что вам скажу. На моем канале все-таки больше всего людей разумных, здравомыслящих, которые реально смотрят на мир и не поддаются вот этим всяким теориям заговоров, приговоров. В общем, не сочиняют всякую ерунду. Они видят опасность, они действуют. А то, что вы там рассусоливаете, это все бабушка надвое сказала, что вы там придумываете. Как будто бы вам предоставили какие-то документы, доказательства. Но даже если и так бы было, все равно нужно спасать свою жизнь. Вот так вот. Если вы хотите болеть и каждый раз заражаться, пожалуйста, это ваши проблемы. Болейте, заражайтесь, подвергайте риску своей семьи, своих пожилых родителей. Кто-то из них не выживет от вашей безответственности. Но вам-то все равно. Вы как овца блеете, повторяете за кем-то, что вы где-то что-то там слышали. Я не одна гуляю. Машет, машет. Тяу. Уже прибыл. Под прошлым моим видео про вакцинацию тоже были столкновения, рвало пуканчики. Кто-то там пытался оскорбить меня, что-то доказывать. Какая-то Маня Таня. Маня Таня, вы будете отвечать за нас, если мы погибнем? Нет. Так что давайте отсюда. Идите в другое место или себе свой канал создайте и там вещайте. Или идите на другие какие-то каналы. Вот это красный, вернее розовый перец. У нас уже фонтан включили. А я немножко запыхалась, потому что я иду очень быстрым спортивным шагом. Я многим кажусь мягенькой, нежненькой. И вроде бы, что мне можно сесть на голову. И вроде бы мне можно что-то внушить. Это ошибочное мнение. Когда нужно, я действую твердо, четко и без суеты. Без всяких этих бла-бла-бла. Кстати, вот точно так же, когда я переезжала в другую страну в зрелом возрасте, многие меня тоже отговаривали, говорили, да куда ты едешь? Кто-то говорил, что меня тут в рабство продадут. Кто-то говорил, он тебя берет, чтобы использовать. Приедешь нищая, без ничего, все потеряешь, если жива останешься. В общем, вот такую чушь городили. Не знаю зачем. Но у меня есть интуиция. И я действую согласно ей. Вот внутренний какой-то голос мне подсказывает, что именно так надо действовать и не раздумывать. И Альфредо оказался хорошим человеком. Он заботился обо мне, кстати, когда я попала на операцию. Он держал меня за руку. Он сидел со мной в палате. Выхаживал меня, жал мне соки. Готовил, стирал, убирал. В общем, оказался надежным, хорошим человеком. А все эти кумушки, которые меня там якобы предупреждали, и якобы желали мне добра. Даже не знаю, где они сейчас. Но, по крайней мере, они оказались неправы. И зачем они это говорили,
Может быть, они сами себя программировали на такую судьбу. Так что будьте осторожны, прежде чем что-то ляпать. Потому что вам кажется, что вы программируете других. Но на самом деле это вы сами себя программируете. Здесь у меня кипят разные овощи, нарезанные крупненько. И будет овощной суп-пюре. Здесь картошка, морковка, лук. В общем, смесь разных овощей. Помидорчик немножко. Немножко вареных каштанчиков. Кусочек цукини. В общем, все, что нашла в холодильнике, все сюда забросила. Варится соль, травки, приправки я добавляю потом еще по вкусу. Пюрирую прямо в кастрюльке. И все. Сейчас вот эту пену сниму шумовкой сверху. Вот видите, вот это вареные каштаны. Знаете, как я их заготавливаю? Когда сезон каштанов, я беру их, отвариваю, очищаю от шкурок, от всего. И вот такие только кусочки чистенькие замораживаю. И потом добавляю в разные супчики, бульоны, соусы. И они придают такой шикарный, необычный вкус и шелковистую текстуру. И соусом, и супам. Вот, варился, и вот такой красивый цвет получился. Сейчас буду все пюрировать прямо в кастрюльке. Я сейчас еще сверху насыпала перчик черный и посыпаю еще пармезанчиком. Вот так, тертый пармезанчик тоже очень украшает. Суп такой вкусный, у него очень нежная такая сливочная текстура. Очень приятный на вкус. Всем советую, особенно если вы на диете или хотите немножко придерживаться здорового питания иногда, то я думаю, что вам пригодится эта идея с таким супом. Овощи, конечно, можно любые использовать, какие вам нравятся, какие у вас есть. Здесь главная идея вот легкого, приятного обеда. Альфредо сегодня готовит романтический ужин. Вот отварил такого лобстера. Сейчас он его разрежет вдоль пополам. И каждый из нас съест половинку с салатом. И вот такая красота получилась. Здесь листики бельгийского эндивия, лобстер, немножко лимончик, петрушка. Тиаму. Анкио. Сейчас будем кушать. На День Святого Валентина в Италии продаются вот такие наборчики конфет, оформленные в виде сердечка. И принято дарить друг другу именно вот сладости вот такие. Открываем коробочку, и здесь вот несколько конфет. И в каждой конфетке заложено какое-то послание, приятное пожелание и приятные слова. И вот такая конфетка, и вот такое послание для меня. И здесь смысл такой, что любовь выше добра и зла. Вот так вот. Она превышает всё.